Убийца Бонда на экране состоялась лишь через 4 года, и его играл уже Дэниел Крейг. 19 июня 2002 года американский путешественник Стив Фоссетт отправился в длительное и опасное путешествие, которое вошло в историю как первый в мире кругосветный полет на воздушном шаре. Для установления этого рекорда Стиву потребовалось 2 недели. В том же 2002 году испанская группа, состоящая из 4 сестер, Las Ketchup, выпустила песню, которая стала для них главным и, увы, единственным большим хитом в карьере. Композиция «The Ketchup Song» установила рекорд по продажам в Испании и покорила танцполы по обе стороны Атлантики. А уровень популярности этой песни могла сравниться с еще одним знаменитым латиноамериканским группой. Путешествие во времени в компании «Радио 7». «Las Ketchup» «The Ketchup Song». Или того, что мы там выступаем.